Дорожные работы ведутся во многих уездах страны и на главных магистралях, а значит, водителям нужно внимательно следить за знаками и последними дорожными новостями. И, конечно же, запасаться временем. В Таллине уже вовсю идет ремонт дорог вокруг центрального рынка, причем намечено несколько этапов строительства. Парковка на время ремонта, которая продлится до середины сентября, будет ограничена. Для пешеходов огорожены специальные коридоры, позволяющие безопасно пройти до торговых площадей. Однако первые 2,5 летних месяца позади. И для водителей есть позитивные новости. Часть работ завершены, и автомобилисты уже прокатились по обновленному асфальтовому покрытию. Как обычно, мы дороги ремонтируем до конца октября, еще долгий путь идти. Самый такой у нас, что заканчивался теперь в прошлой неделе, это Тамсаре. Там ремонтировали дорогу, и там очень большие пробки были, и очень плохо двигаться было, но теперь она открыта оба стороны, так что там все хорошо теперь. В августе у нас заканчиваются некоторые дороги, и я думаю, это тоже поможет, чтобы двигаться в Таллине лучше. Официально сезон масштабных ремонтных работ завершится лишь в середине октября, однако власти обещают, что самые важные объекты будут готовы к 1 сентября, в том числе уже к новому учебному году будет запущен и трамвай. Есть еще у нас некоторые дороги, которые идут на следующий год, мы хотели их совершить в этом году. Но так как фирмы, которые проектируют дороги, они не сумели вовремя проектировать эти дороги, тогда мы должны заканчивать их в следующем году. Это улица Маякова, в первую очередь, самый большой объект такой, и улица Вейценберги. Трамвай будет на улице Маякова ходить в сентябре, но движение маленьких машин мы туда не можем допустить, потому что дорога рядом не спроектирована еще. И вот очередные ремонтные работы в связи с укладкой асфальтового покрытия на улице Исмя и одноименной круговой развязки. С 13 и до 16 августа будет изменено движение, общественный транспорт направлен в объезд. Правда, жители района Мустамяй радуются тому, что теперь им не приходится стоять в часовых пробках. Улица Тамсара открыта для движения, дырки остались в прошлом, асфальтовое покрытие обновлено, разметка нанесена. Екатерина Плеховичева, Саскалецкий, Первый Балтийский канал.